Четверо жителей Приморского края подозреваются в серии вымогательств. В ходе спецоперации задержан 66-летний, ранее судимый житель города Арсеньево, обладающий авторитетом в криминальной среде. Ранее мужчина отбывал наказание за совершение преступлений против личности. Задержанные совершили имущественные преступления в отношении граждан, в том числе военнослужащих, участников СВО. Установлена причастность членов группы к 9 эпизодам противоправной деятельности. Члены группы, позиционируя себя авторитетами, помогали гражданам в разрешении разного рода бытовых конфликтов, за что требовали денежную компенсацию с одной из конфликтующих сторон. В результате проведения обысков обнаружены и изъяты средства связи, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. За вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, российским законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом. В отношении лидера группы также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это занятие высшего положения в преступной иерархии. В настоящее время в отношении 4 членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба. Расследование продолжается.